Между тем, в целом по республике выросло производство сливочного масла и цельномолочной продукции, сообщает Сахастат. По предварительным данным, за январь-октябрь 2016 года в Якутии произвели почти 2000 тонн сливочного масла. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Производство цельномолочной продукции увеличилось почти на 3%, 32 тысячи тонн. Вместе с тем, в регионе отмечают рост объемов переработки рыбы, макаронных изделий, мяса и субпродуктов.